Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новую Pushed to Fight 3. Разрабы у нас, наконец-таки, снова решили порадовать новым ивентом, и на этот раз нам завезли ивент навестников, а именно 4 пути. 4 пути вестника. Куда же он пойдет? Первый скажет, что на север, второй направо, третий на юг, четвертый на запад. Да, вы, конечно, не удивляйтесь, но это реально серьезная, так называемая, отсылочка. Нам, конечно же, тут добавили марафончик, причем с подвохом, потому что тут аж два марафона. И а-ля «Здравствует Феникс», потому что там был тоже платный марафон. И как бы плати, дружище, чтобы вот это вот забрать. Но я помню, когда был этот ивент, там можно было забаговать этот марафон и пройти его. Но я чувствую, разрабы здесь на этот раз не сделают. И не будет, так сказать. Не будем ожидать. И пойдемте все же смотреть, что же нам тут предложат. Надеюсь, я тут все допройду и узнаю, что тут нам тут понаготовили. Ведь разрабы должны же нас чем-то порадовать, особенно каким-то безумием. Ну да, ладно, это уже придирка, потому что там у нас безумие было. Ладно, давайте начнем. Конечно, ставим лайки, записываем канал, ставим колокольчик на видосики. Ну и погнали. И вот они, наши 4 пути. И нас, естественно, встречает. О, да. Ну, так сказать, надо мне, видимо, говорить в рифму. Так что, ладненько, давайте. О, хорошо, что я тебя встретил. Пойдем со мной. Не пожалеешь, не волнуйся. У меня сегодня выходной. Драться не буду, просто поможешь кое с чем. Вестники 4 путей решили устроить своим участникам открытый экзамен и ищут сильных бойцов, которые смогут бросить им вызов. 4 пути еще называют 4 цепями, потому что однажды выбрав путь, ты уже не сможешь с него свернуть. Я вот так и не решился выбрать свой. Последовательные пути очень волевые бойцы. Если справишься с ними, можешь сразиться с мастерами путей, а если их одолеешь, получишь награду. Правда, придется сначала доказать свое мастерство, поколоти парочку сильных ботов. Но для тебя это уж точно не проблема. Что ж, сделаем, да? И... А, не, мы начинаем так. Я думаю, тут понадобится билет, а нам в итоге награда вот такая. Ладно, погнали. Что ж, у нас там дальше-то будет, раз уж у нас начинается отбор. И у нас тут боты будут теневые, а значит, будет довольно-таки... Интересно, а-ля Welcome to Akada. Но нет. Ладно, смотрим, да проверяем. Надеюсь, у нас будет хорошо сюда. А, батяра с такой черной маской. Что-то вообще прям черненький, да причерненький. Если кто не понял, то это маска от Сакуры. Да, конечно же. Может, пожалуйста, не надо? Ладно, я тебя понял. А не надо. Вот так вот. Я вот так вот приоделся. А, еще тут сейчас восхождение. Окей. Ну что тогда? Сейчас будем, так сказать, дело творить. Все. И, естественно, у меня минус по хп, но, к счастью, у меня спасет хилка. Хилка, к счастью, тут должна стрелять на меня. Но я так чувствую, что эта хилочка будет действовать недолго. Ну а насколько эпики вы знаете. Так, ну что мы берем тогда? Берем, наверное, берсерк, чтобы бафнуть быстренько урон. Ну да. Конечно. По красоте тут у нас, вот видите, вот такие. Ладненько, пошли. А, ну тут проще простого, так что подожду. Все, я забираю, да? Нет, я уйду, пожалуй, в стороночку. Вот и правильно, вот мне легче, хорошеча. Все, вот так вот, там, понимаете ли, будет все красиво, как надо. Все, челочка, да мощненько. Ну и, конечно же, я надеюсь, что безумие сейчас не подкачает и мне сделает все в наилучшем качестве. Наверное, возьму бинты, чего уж не буду я, так сказать, возврат урона делать. Ну, понимаете ли, тут как-то... Ну, сейчас простенько идет. Ах, да, и заметьте, у нас тут 5 боев. Как у нас было с этим золотым бамбуком. А-ля, снова отсылочка. Разрабы поменялись уже механичку. Так, не убей, пожалуйста, я чужий-то хочу. Так что, лови-ка, дружище. Да? Ой, молодец. Поймал, мне хорошечно, мне легче. Вот так вот, приятненько, но короче некуда. Все, там еще двое остается. Я скорее просто возьму это за попахой теневой, чтобы было приятнее. Так что сейчас дождемся момента. Так, ну это сразу хрупкий череп. Не буду я все другое брать.
И опа-на! Кусаригама эпическая, которая валяется в файлах, но разрабы никак и не смогут пихнуть. Да, разрабы все же почему-то тянут у нас. Но, так сказать, все валяется, все лежит, а в итоге никакой пользы. Абсолютно. И да, там у нас еще остается последний. Учитывайте это. Ну, я, скорее всего, может, его сетевой. Потому что тут как бы... Чего творить-то? Надо не сделать. Зачем? Не надо прям делать тут совсем уж ужасно. И, естественно, я опять беру череп и все. Опа-на, приехали. Здрасте. Черная сакура. Ладно. Ну, хорошо. Значит, мне получается тенево обеспечено? Я чую, что да. Тихо-тихо-тихо, не убей, пожалуйста. Я еще жить не хочу. Вот так-то легче будет. Все. И не вставай. И не поднимайся. Ясно. Так сказать, темную копию я уничтожу. Настоящий сакура. Эх, да. А почему же так? Ну, видимо, вестники что-то тут понахимичили. И в итоге мне придется с этим разбираться, да? Ну, безумие, надеюсь, тут тоже не вмешиваем в этом конфликте. Нам же проблемы тут не нужны. Поэтому давай, разбирайся. 15 билетов. Кстати, на самом деле можно и получить и больше, если у вас будут марафоны фракции. У меня почему-то марафон фракции нету. Хер его знает почему, но, возможно, у вас многих там это будет. Черная сакура. Это серийная модель, созданная на основе прототипа Шибаты. Противник не из легких, но я не сомневался, что ты справишься. Так что, ладно-ка, что дальше у нас там? Так, это у нас отбор, и у нас идет дальше путь силы. После завершения основного обучения, вестник может выбрать путь, которому он будет следовать. Первый путь, который тебе предстоит столкнуться, это путь силы. Его последователи являются боевым крылом вестников и защищают нас от внешних угроз. И именно к этому пути принадлежит большинство спектров. Так, и у нас получается здесь... ну давайте полетели, что, 5 боев, будем разбираться. У меня все нужно есть. Сейчас будем делать... Так, снова идем сюда. Да, я понимаю, что будет грустно и печальненько немножечко, но понимаете ли, что поделать, вариантов тупо нету. Так что только так. Опа, она, Йоши. Да, Йошинин. Да, чё, все ванули Йошинину. А, здесь тоже восхождение, поэтому проходим, опять же, как всегда. Я думаю, здесь у нас будет это... Вдруг не совсем, как у нас обычно в других методах происходит. Да, но нет. Так сказать, восходим мы, значит, до небес. И мы в итоге идем до максимального совершенства этого пути. Потом потихоньку сворачиваем, проблем нет, все идеально. Ну, давайте себе на цикл возьму. Вампирюшка, да? Да, все почему-то здесь красные, а у нас обычно спектр синий. А почему так работает? А фиг его знает. А может быть я из-за того, что надел красное и вот. Хотя как бы, ну нет, не должно такое работать. Давай. Ой, хорошо, но крич это не очень сработал. Так, все, забираю. Хорошо, иду дальше. Ну, там еще трое остался. Сейчас я чую, там будет у нас главный спектр. И потом мне надо будет еще три пути проходить. Но я, скорее всего, ну, если так, конечно, будет, не буду все проходить. Я поделю, так сказать, пополам. Где-то что-то здесь будет, где-то будет на следующем выпуске. А, тихо, не убей. Вот так вот, по красоте. А все приятненько. Опа, да, еще и шок раздал. На, свежище. Спектр Такуми. Такумисимус, да? Ладно. Так сказать, японская вещь. Понимаете? Острая, да надежная. Ну я-то катана тоже, понимаете ли, японская. Так что, как бы, острее, острейший. Ну да, вестники так всегда делают дела. Че взять? Ну, давай писак, наверное, возьму. Че пальцы-то? Тем более, я весь фуловый, видите, по хп, так что нормально, чё, не убьют меня. Надеюсь, не будут меня ваншотать. Так, ну я опять шок что-то я раздаю, ладно. Так. Аннет, пожалуйста, не надо, я ещё жить не хочу. Все нормально, я забираю. Ну да, видите, вот, прекрасно, все надо. Все хорошечно, да, айка. Где-то я, в принципе, видел такое похожее имя, но говорить не буду. Но там просто немножечко, понимаете ли, с одной буковкой переборщили. Так, здесь не водились больше. Ну, бинты, ну, мне кажется, не нужны. Давай лучше я возьму левое. Смысл?
О, милосердный Масато. Красный. Вот так вот. Давай. Кто кого? Красный против красного. Или какой у него красный? Стоп. А, не, похоже, у него не красный. У него какой-то другой цвет, да? Или это мне кажется? Нет, мне кажется, что у него какой-то... не такой светло-красный. Ладно, пока смотрим, проверяем. Ну, я, естественно, забираю. Чё? Чё париться-то? Пожалуйста. Оп, подскрыгнул. Вот. Всё. Чё? Писька такова, что бабац залетает. Еще бы я, конечно, бы на пол-локации прилетел. Но такое, к счастью, работать не будет. Да, мне хотя бы будет приятнее. Так, ну давай я забираю. Чё я сейчас забираю? Забираю. Сейчас я билеты, да? Все верно? Я так понял. Жду. Ну, естественно, животная ярость. Ну, как бы, чё это сильная прокачка мне особо даст? Ну, ничего такого. Масата произвели милосердие за то, что его жертва обычно не успевает даже испугаться. Победить его в честном бою — большое достижение. Конечно же, приятненько. Давай я все же на всякий случай переоденусь. Пойдем сейчас уже по-другому. Все готово. Я переоделся, видите, я весь теперь синий кен. Смотрим, что дальше будет у нас. Так, ну это ладно. Путь силы я это прошел. А, вот это теперь у нас. Путь истины избирают те, кто стремится принести в наш мир закон и порядок. Они руководствуются множеством правил, которые сложно понять обычному человеку. Но если он нарушит хотя бы одно, то быстро об этом узнает. И, конечно, большинство судей следуют именно этого пути. Теперь у нас, по сути говоря, путь истины и нужно 20 штук. Да. Печальненько, печальненько. Но я, наверное, все же гонять не буду. Я все же, пожалуй, останов... Хотя, стоп, погоди. А как можно еще будет достать? Так. Активно. Стоп, а у нас даже марафон. Погодите-ка, дайте-ка сейчас глянем. Может быть, там что-то я получу, нет? Или нифига? Ладно, я понял. Чтобы мне дойти до билетов, нужно реально дофига гнать. А про это можно и забыть. Так, ну-ка, погоди, может еще раз гляну. А, я же могу сейчас сюда пойти, в принципе. И я снова накоплю до сюда. Ну ладно, я сделал, пожалуй, это за кадром. Не буду прям все же при вас это делать. Так, ну что ж, я вернулся. Я все же прогнал. И в итоге теперь ждать надо 2 часа. Или, как говорится, давай отдавай рубинские свари. Да, как же не хочется. Ну ладно, пошли у нас путь истины. Я надеюсь, дальше пройду последний путь. Это же у нас получается по факту... А, нет, у нас третий путь. Да-да-да, уже еще у нас есть. Да, не кончается, к сожалению, у нас. Не кончается это. Так что ладно как. Будем делать лучше. Пристав Сумико. Ладно, понимаю. Приставы приходят и говорят, давай гони деньги, плати налоги. Нет. Вот так вот. Я забираю раунд. Снова в восхождении. Хилочка, потом опять у нас, как всегда, кровоток. Потом гидра опять. Ну и все такое. Давай берсерка лучше возьму, потому что мне урон нужен. Да, сначала у нас приставы, потом судья, а потом высший арбитр. Да, арбитражный суд, я вас понимаю. Но это если что, понимаете, не в политике, это в целях игры. Мы люди добрые. А, ну да. А только не бейте меня, пожалуйста, я еще жить не хочу. Не надо, не надо, не надо. Все. Так, получите. Хорошо. Забрал я второй раунд. Все, лучшим порядочке. Отличненько. И идем дальше. Главное сейчас забрать следующую партию. Так, ну здесь беру я цикл. Все же теневую пока я оставляю наконец. Набору. Набору. Я вот сейчас думал сказать на пару. Да. Что за фокусы с этими именами? Понимаю, если японские, окей, ну просить можно, но если выдумаю, то какой-то бред. А опять почему-то здесь у нас... Там, хилочка. А что, господа? Сюда, пристав, открывайтесь, я иду к вам. А нет, не убей меня скриптом, пожалуйста. Все, нормально, забираю, приятно.
Ну, я думаю, да. Если, конечно же, потренироваться, понахимичить, пошуметь. Ну и безумец, естественно, потом скажет, что... Нет, это так не работает. Беру донора. Манекюрка. Ой, полетит. О, слушай, нормально? Да? Пристав, Йоши Мори. Шо она на ноге? Что это такое? Тихо. Ай, спасибо, прилетело. А, у меня же берсерк. Так что если счет пойдет не так, то нормально. Я просто буду его фигачить жирным уроном. Нет. Тихо, тихо. Нормально, нормально. Пока живой. Пока живой, я буду жить. Естественно, перелетел. Нет. Ладно. А может не надо? Попадись на мину. Ой, хорошо, молодец, попался. Хорошо. И сразу почти себе отхиливаю полностью ТП. Ну, не совсем, там немножко не хватает, но сейчас как раз таки дохилимся. И будет все идеально. Так, жду судью, так сказать. Вставайте, а суд идет. А сейчас будет весело. Так, давай, донора. И желтый судья. Почему не желтый? Не пойму. Я ждал красного, а не желтого. Да, подвох слишком жирный. Ну ладно, сейчас тогда вот так вот сделаю, по красоте. Иди сюда. Все. Крик не пропадай. Молодец, не пропал. И упадите, пожалуйста. Все, хорошо. Перфекто. Обеспечено. Должно быть. Все, как и говорил. Давайте. Забираю. И сейчас мне опять безумие скажет... Ой, не слушай, иди снова фармись. Как бы баблишка нету, печалька. Надо же где-то билеты доставать. Ладно, сейчас посмотрим. Шипом я не пользуюсь. Ну, кто-то, возможно, ее юзает. Ну, нет. Ладно, пошли. Дуреда, легенда семи судей. Однажды легионеры устроили засаду, чтобы захватить его. И он оказался заперт в форте сотней головорезов. Когда через несколько часов прибыло подкрепление, на ногах в этой крепости мог стоять только он. Да, судьи творят. У нас почему-то чудеса, и давай я забираю, получается, наградочку. Это голдишка. Голдишка мне ничего не даст. Потому что у меня голды и вон сколько дофига. Да. Так, ну и следующий у нас идет дальше. Вот этот. Да? Или получается у нас... А, не, вот она. Последователи пути бездны связаны с его энергией и еще теснее, чем остальные вести. Они отказываются от своих имен, когда вступают на путь, и после этого почти ни с кем не контактируют. При этом они не столько изучают его энергию или пытаются посечь ее сны, так, сколько впитывают в себя саму ее сущность. И вот, пожалуйста, 30 билетов и какой-то спецприем, редкий. Блин, ну меня опять получается надо догнать. Понимаете, здесь я 15, а надо здесь 30. То есть сейчас надо мне здесь 2 раза. Ладно, снова я вернусь к вам, когда добуду билеты. Все, вот я и достал 30 билетов. Ну и погнали в путь бездны. И у нас тут чему Джаггернаут. А значит, в теневухе счастье будет. Да, и будет довольно-таки больно. И будет реально довольно-таки кубенько. И как говорится... Все будет прям вот, так сказать, их. Им не повезет, тебе везет. И почему-то они у нас... странно. Такой костюм, а в итоге тупо фиолетовая раскраска. Ну, некрасиво, прям абсолютно некрасиво. Вообще не тем пахнет. Ну ладно тогда, чё, забираю я первого адепта. Запахло кое-чем снова для меня. Ну просто поймите, я уже такое слышал, такое видел, и в принципе я такое знаю. Давай берсерчок возьмем. Да. Опа, да. Не понял, кто тут моими когтями гоняет? А я сейчас с тобой разберусь, Ника. Это то, что ты юзаешь мою вещь. Нет. Законная вещь. И я ее забираю. Обратно. Конфискую. За то, что вы с ней делаете. И это как бы нехорошо. Так что я лучше поступлю так. Все, ждем. Так, берет веточку. И погнали дальше. Ну да. Прикидываются, значит, такими. И потом еще фигачит всех на 4 стороны. Ладно. Давай. Вот так вот. Сделаю я по красоте.
Не получилось уже у меня. Ладненько. И даже не подойти не получается, а. Так не убей, пожалуйста. Нет, не хочу я раньше времени умереть. Держи. Так. Забираю я. Еще двое остается. У нас получается еще один адепт. И последний, по-моему, должен быть страж. Потому что я видел стражу фиолетовой раскраски. Значит, должен быть он. Да, небытие у нас такое. Угу. Да, может. Изумис, так сказать, тоже плохого не посоветуют. Так, ладно. Полетели. Удагу. Ой, ну вообще прям по-сочнейшему. Сейчас еще вот так вот сделаю. Ну, сейчас меня не убьет, потому что у Ядо такая вот дистанция. И плюс еще Джаггернаут. Да, я вот Джаггернаут убил. Да, я живой. И еще учитывая баф к урону, в случае, если я теряю хп. Да, очень прикольно. Очень хорошо. Очень интересно. Так что, круто, так сказать. Ну, я снова беру сверх, беру усиленный урон и говорящие звезды. Да. Здрасте, здрасте. Страх не выйти я. Ну, я вынужден вас отфигачить, да покрепче. Потому что это моя миссия. Отфигачить вас на все четыре стороны. Вот так и себе. Крит прям в голову. В точное место. В мозг. Чтоб было поприятнее. Ну и все. И что нам интересно? Безумец скажет. Он скажет, наверное, что... Ну, ты как бы... крутой. А я вот сам до сих пор не лишусь. Чё, куда валить? Только не говорите, что я потом с ним буду сражаться. Иначе... безумие опять произойдет. Так. Ладно, я понимаю. А, случайно на рекламу нажал. Ну ладно, зато я немножечко халяву получил. И на этом спасибо. Так, ну и давай. Что у нас безумец говорит? Основательница того пути, она такая большая загадка. И я слышу, что говорящая спецы прибыла из будущего, чтобы учить приближенных. Еще ходят слухи, что она не совсем человек, но правда это или нет, одному Болу известно. Да, но Болу у нас туда-сюда прыгает, и хрень поймешь, где он у нас был. Так, и у нас есть пятый. Путь Творца, пристанище исследователей и изобретателей. Именно представитель этого пути, и вестники обязаны своим техническим превосходством над остальным миром. Ну и множеством проблем с высшими и с подконтрольными экспериментами. 40 штук! Снова доставать надо мне. Получается, вот. Все, это последний у нас. Вот, путь бездны, остается только лишь путь Творца. Я думаю, скорее безумец будет выбирать именно этот путь, потому что, ну раз он говорит, что тот же путь у нас ученых, исследователей, то... я думаю, будет им набрать это. Ну ладно, это уже как пойдет. Я все же докупил билеты, да, все же их можно было здесь покупать, но я решил сделать прям, так сказать, по-простому. И у нас тут... ладно, понимаю, быстро теневая. Ну, значит, мне будет довольно-таки хреновенько. Я еще к тому же плюс переоделся. Так что сейчас я буду опять гонять с другими шмотками. Да? Ну, чтоб поймите, у нас было реально 4 пути, 4 разных шмотки и 4 разных стиля. Инженер Сора. Ну, ладно, понимаю. А почему здесь у нас все полностью черное? Да. Вот. Металлик, так сказать, у нас. Ну, а я фигачу. И спокойно забираю скрита. Да, моя... Пашка великолепна. Ну, видите сами, просто все гениально. Жак, что переделать ее нельзя. Взял бы, да переделал, и было прекрасно. Но, к сожалению, нет, прекрасного не будет у нас. Так, берсерк. Берем. У нас включается то и дело, что сейчас будут одни инженеры. А-ля ссылочка к Портакомбо, да? Не убей. Да, странно, почему у нас одни инженеры, хотя я думаю, у нас тут будет довольно-таки много специалистов там. Инженер, там, может быть, технолог, или кто-то другой, а тут бац, только не инженеры, или ученые. Да, что-то разрабы, видимо, другого тут именам не пихнули, ну, хрен его знает почему, ну, видимо, не стали париться, вон, давай, а 4 чела у нас будет на одного, и один главный. Берсерчок снова беру, да, как бы прикольно, Макото, да, чуть не ошибся, ладно, давай тогда. Давай, открывайся. А нет, не убей, пожалуйста, меня. Я чужить-то хочу.
Вот так вот. И меня не фигачь, пожалуйста, так. А там у тебя еще пистолет, я вижу. Так, значит, мне еще хреновее, возможно, будет. Но нет, я забираю. Да, творцы у нас такие. Делают дела, а в итоге потом начинаются саботажи, дурацкие и неисправности. Да, и что теперь делать? А вот хрен его знает, доверять им? Да вот тоже вопрос интересный. Ну ладно, тогда что, пошли ответным ударом. Как говорится, будем мстить. Да. Сделаю я вот так вот. А, пистолет прикольный, но неинтересный. Да, простите. Так, не убей. Вот так вот. Ой, держи прям голову. Приятнее будет тебе еще. Так, не убей. Нет, запрещай меня убивать. Не надо. Все хорошо, давай. Кто-то у нас главный. Ну-ка, отзовись, ты. Ты начальник у нас, я так понял, будешь. Или как? Или будешь как босс у нас? Ну, обычно у нас тут начальник, как говорится, пишет. Но нет. Я чувствую, что будет не начальник, а какой-то барыга. Ладно, сейчас выясним. Да? Мать вашу. А ты что же здесь делаешь? Не понял. Не понял. Так, дуй-ка отсюда. Тебе тут не место в куполе. Дуй-ка. Нет. Какого хрена ты здесь когда делаешь? Нет. Иди к черту. Как говорится, тебе как бы тут все запрещено. Купол тебя выгнал. Что ты тут здесь делаешь? Я не пойму. Вот, я думал, у нас тут будет человек адекватный, мощный, хороший, а тут, как говорится, нет, хрен тебе, идет Акада со своими ботами, со своими идеями, со своими путями. Ну ладно, сейчас выясним, что безумец ты скажет. Но я надеюсь, скажет, что... Чё ты здесь делаешь, тебе не место? Ну и зато поводок прокачал, ладно. Да. Единственное, жетона некуда девать, ну и оставлю чё уши. Ха, давно я так не разминался. Неплохо, неплохо. Загляни позже в мою лабораторию, и я запишу парочку твоих движений. Мне как раз нужны данные для нового обновления. И если хочешь еще раз сразиться со мной или с представителями других путей, не стесняйся. Экзамен еще не окончен, а участников со стороны что-то не очень много. Наверное, я все-таки перестарался с настройками черной сакуры. Теперь я понял прикол. И получается у нас все. Да? Да. Вот это хорошая вещь. Так сказать, явился он из ниоткуда, пока Бола нету, и устраивает тут свои поединки великолепные. Ученые. Или лабораторнические. Я не знаю, ну как хотите называйте. Ладно, зато я избираю марафон августовский. Ой, да, может быть я сейчас до Устоки дойду, как раз таки. Тем более, мне она нужна, а я до сих пор не прошел этот долбанный мир Маркуса. Увидите, где я застрял. Вот еще раз показываю вам. Видите, где я застрял? Я вообще просто не знаю. Все люди уже прошли, а я только тут уже сижу. Да, ну хреновенько. Ладно, главное, я прошел ивент. Ну что ж, друзья мои, я буду завершать наш выпуск четырьмя путями. Какой путь брать, решать уже, как говорится. Вам хочешь ученым становить, хоть каким-то магом, хоть каким-то судьей, можешь стать даже каким-то, может быть, великолепным человеком, который совершает... очень опасные моменты, движения и так далее. Ну ладно, скорее это уже придирка. Ну и что можно сказать? Ну ничего, в принципе. Уже как-то... не знаю. Неплохо, но с другой стороны, безумец. Ты опять нас загнал не туда. Поэтому и, к сожалению, с этим что бы делать. Ладно, будем обращаться. Всем удачи и всем пока. Конечно, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Ставим колокольчик, ставим на видосики. Ну и, конечно же, всем удачи и всем пока. We'll be right back.